Рабочие поездки губернатора в районы Ивановской области не для праздного любопытства. В ходе каждой руководство муниципальных образований получает поручение. Исполнение губернаторских наказов стало темой обсуждения в региональном правительстве. В 2016 году Павел Коньков посетил 9 муниципалитетов. По итогам работы в каждом муниципалитете формировался протокол поручений правительству области. Всего таких поручений было дано 140. И все они находятся на личном контроле. Худшие показатели у Тейковского района. Исполнено всего 43% поручений губернатора. Наибольший показатель у Ивановского района – 43%. Что касается тематики поручений, хуже всего показатели в соцсфере. В первую очередь, это поручение, касаемое открытия новых мест в школах. Значит, эти вопросы вставали в Родниках, там серьезная ситуация, вторая смена достаточно большую долю имеет. Это Южский район, село Мугреевское, и в Вичуге. Если по Вичуге вопрос за счет внутренних ресурсов значительно, ну, как бы решается муниципалитетом, то вот в отношении Мугреевского и Родников объекты строительства включены в нашу областную программу, срок ее действия до 2025 года. Где-то еще планируют, а в некоторых муниципалитетах от слов губернатора уже перешли к делу. В 2016 году на автомобильной дороге Ковров-Шуй-Кинишма выполнен ремонт участка протяженностью 1,6 километра. Также разработана проектно-сметная документация на ремонт участков дороги общей протяженностью 4,2 километра, на двух из которых общей протяженностью 1,9 километра в 2016 году уже выполнены ремонтные работы. Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2,3 километра планируется включить в план дорожных работ на 2017 год. Формат работы региональные и местные власти непосредственно на территории муниципалитетов губернатор назвал эффективным. Неисполненные поручения по-прежнему остаются на контроле, а новые будут даны уже в этом году. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.